SpaceX в третий раз отложила запуск ракеты Falcon 9. Запуск не состоялся по причине плохой погоды. Ракета Falcon 9 и спутник находятся в хорошем состоянии, утверждают в SpaceX. Компания SpaceX в третий раз перенесла запуск ракеты Falcon 9, на борту которой находится первая из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США. Об этом компания сообщила в Twitter в четверг, 20 декабря. На сегодня все отменяются из-за неблагоприятной погоды. Носитель с грузом находится в хорошем состоянии. Мы прорабатываем следующую оптимальную возможность для запуска. Мы объявим новую дату запуска после подтверждения на полигоне, говорится в сообщении SpaceX. Спутник GPS AI должен усилить группировку из 31 действующего спутника США. Аппарат третьего поколения разработан с тем, чтобы передавать информацию о расположении, навигации и времени в 3 раза точнее и в 8 раз более высокой помехоустойчивости. По данным SpaceX, GPS AI должен сыграть важную роль в обеспечении обороны. Как сообщалось, запуск ракеты Falcon 9 со спутником должен был состояться 18 декабря. Однако за 7 минут до старта из-за обнаруженной аномалии он был отменен. SpaceX перенесла его на 19 декабря. Но ракету снова не получилось запустить из-за нештатных показаний датчиков на первой ступени ракеты-носителя. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.